Фермеры-новаторы работают в Талице. Они увеличивают производство молока с помощью роботов. В этом лично убедились корреспонденты событий. В этот спа-салон в поселке Журавлево под Талицей на ежедневные процедуры приходят 70 рогатых посетительниц. Массаж, расчесывание и дойка. Все процедуры делают роботы. Это вот щетка подмывает корову. Стирает, за щетки промывает и подключает по стакану. Все, корова дойкается. Один аппарат заменяет 15 доярок. Техническое оснащение фермы оценил губернатор. Пока в Колосе установлено 2 автоматических доильных аппарата. Их приобрели за 25 миллионов рублей с помощью областной программы развития. Но в планах на 2015 приобрести еще 2 установки за счет субсидий региональной казны. Перешел скот сюда, увеличился на дой, это где-то в среднем на 6 литров на каждую голову. Та технология, то, что сегодня в нас вложило государство, и мы сами здесь вложили, то есть сегодня за 4 месяца мы имеем на данном уже 800 тысяч прибыли. Молоко этих коров каждый день отправляется на Талицкий завод. Здесь тоже новое оборудование. Сельхозпроизводители расспрашивают губернатора, как работать в условиях санкций. Глава региона заявляет, нужно увеличивать производство молока минимум вдвое. Фермеры реально почувствовали спрос на свою продукцию. Это действительно самым положительным образом скажется. Наша задача здесь главное успеть вовремя оказать соответствующую помощь. Потому что объемы колоссальные, начинающему фермеру очень сложно сразу раскрутить всю логистику и весь оборот продукции. Естественно, здесь на помощь приходит областной бюджет. Эта поездка главы региона неожиданно пошла не по графику. Евгений Куйвышев попросил остановиться около детской площадки в селе Елань. Уж очень она самобытно выглядела. Оказалось, что хозяйка этого дома, Наталья Сашко, уже 4 года своими руками выпиливает и раскрашивает сказочных персонажей на радость детворе. Губернатор решил мастерице помочь и пообещал прислать инструменты. Это своего рода такой парк, парк развлечений. Поэтому... Ну, с пилочкой поможем, конечно. Юлия Макеева, Павел Осинцев, Павел Леонов. События ОТВ.